Всем привет! Осталось сразить бота в режиме 10 на 10, и этим я попробую заняться. 10 на 10, эксперт, создаем игру. Полный экран, у нас будут зрители, это, конечно, не очень хорошо, потому что бот знает их гораздо лучше меня. В общем, как в словаре появились жители? Есть такая... Изначально это была книга, название жителей СССР. По-русски название жителей СССР, Городецкий, Левашов, авторы. Вот, потом более новая вышла книга, она, по-моему, просто называлась «Русские названия жителей», 2003-го, что ли, года. Вот, то есть она там зафиксировала изменения, которые с тех пор произошли, и все жители, которые есть в словаре, они оттуда. И то есть это не только жители каких-либо там столиц, крупных городов, а зачастую это жители деревень, ПГТ и прочего. Поэтому их просто невозможно все знать. Вот, кстати, Велинчанин такой есть, вот мне что-то смутно вспоминается. При этом сверху я не очень хочу, потому что там я с буквы А его свяжу. А вот так, наверное, можно. Так, такой есть. Ага, значит, правильно я вспомнил. Величанка. Да, но с другой стороны, я могу ту же самую Веленчанку сделать. Пожалуй, я это и должен сделать. И, скорее всего, я должен добавить Че, потому что зачем мне еще одна К? Давайте, да, так, проступим. Ельничанка. Ну, по логике, можно просто спаразитировать, конечно, написать Ельничанин. Видимо, житель Ельни. Так, давайте заодно, кстати, этих посмотрим. То есть, если Вилейчанин, это получается как-то Вилейка. Ага, город Беларуси. Так, а еще, значит, Вилен и... Так, не поставил ноутбук на зарядку, теперь все нормально. Я смотрел... Так, кого я смотрел? Вилен... Соответственно, откуда? Веленская, Велен... Не знаю, что это имеется в виду. Виленская губерния. Ну, то есть это к Вильне, по сути. Виленчанин это от Вильни. От Вильны. Просто Вильничанин, хочется сказать. Но может быть, действительно это и есть. Потому что как иначе может называться этот населенный пункт? Ну да, пусть будет это от Вильна, наверное. Так, и Ельничанин. Но это 100% Ельня. Потому что, а что это еще может быть? Это у нас город Смоленской области. Я не думаю, что есть какие-то там Ельничанин, что-то в этом духе. Проще всего, конечно, просто написать Ельничанин. Но есть у меня что еще? Вот какие-то Орничанин, Ричанин, Ичанин. Есть точно Личанин, там, Личанин, Сличанин, по-моему. Но смысла нет никакого их писать, поэтому... Да, я, наверное, просто напишу Ельничанин. Скорее всего, как я лучше это сделаю? Я могу, конечно, либо L добавить, либо вот сюда N. Ну, давайте попробуем L добавить, потому что дублировать буквы зачастую хорошо, которые уже имеются на поле. Поэтому вот сюда просто напишем Ельничанина. Вилюйчанка. Ну, здесь просто в том плане, что мужские вариации есть всегда, в отличие от женских, поэтому тут никаких проблем нет в том, чтобы набирать очки. А это получается Вилюй. Так, Вилюйск. Ага, никогда не слышал такого города. Так, это где он такой? Вилюйский улус Республики Саха. Ага. Вилюйск. Запомним. Так, ну, соответственно, я, наверное, пишу Величанина, только каким образом? Наверное, еще одну букву И будет здравым решением поставить. Можно, конечно, Че, но с И вот напрямую там Ейчанин, Ойчанин. Но они никакого ущерба точно не принесут, поэтому пишем Величанин. Говоря, кстати, про тот словарь, это... Ну, это житель Раменского бот написал. Про словарь «Русские названия жителей» недавно у него вышло переиздание. Ну, по сути, это просто переиздание, то есть там ничего нового нет, абсолютно ничего. Откуда я знаю, там просто были комментарии какого-то человека, который сказал, что по
составу там внутреннему содержанию ничем не отличается от словаря предыдущего. Поэтому, ну, это просто новая обложка, там, новая бумага, а так ничего нового. Хотя, я думаю, что так-то время нового словаря жителей пришло в любом случае. Так, раменчанка, ну, соответственно, раменчанин. Какая-то, не сказать, что суперинтересная игра, но жители таковы они, вот поэтому они таким образом образуются. Нет, мог бы просто, это все из-за вот то, что здесь тарицы написано. Если бы было иначе, у нас бы женские вариации просто не получались, поэтому игра бы приняла другие очертания. Так, как я пишу раменчанин? Я могу R добавить, могу еще одну N добавить. Не очень ясно, на самом деле. Ну, давайте попробуем, может быть, вот еще одну N вот таким образом продублирую. Так, раменчанин. Каменчанка. Ну, что же я напишу? Я прям таки не знаю. По-моему, есть еще Усть-Каменск, ведь город, насколько я помню. Какой-то Усть-Каменчанин, но это, наверное, очень далеко до этого, и вообще, короче, это не получится. Куда я пишу Каменчанина? Наверное, я напишу его... Могу К добавить еще одну. Ну, не то, чтобы я особо хочу. Может, давайте еще одну N. Вот будем N складировать вот здесь. Нужно больше N. Так, Каменчанин. Абинчанин. Ага, то есть это какой-то Абинск, наверное. Так, где это у нас находится? Я знаю, что Аба — это город в Нигерии. Абинец есть житель. Так, Абинск, правильное ударение. Вот так, никогда бы не подумал, что Абинск, правильно. Ну, просто по аналогии, да, как-то там... Усть-Лабинск, Обнинск, а тут, видите, Абинск. Город на юге России в Краснодарском крае. Ага. Так, далее, соответственно, он писал «Абинчанин». Это значит, что... Я не знаю, имеет ли смысл еще крупнее сделать? Ну, в принципе, можно. Правда, тогда... Тогда вот виден последний. Ну, давайте чуть покрупнее сделаем, наверное, имеет смысл. Наверное, иначе я никак не могу это фиксировать. Ну да, наверное. Если вот по этой... Ну вот, может быть, самое лучшее, что я могу здесь получить. Последний ход виден, в принципе, это ладно, это главное. Да, так, Абинчанка. Ну нет, я понятно, что я могу написать Абинчанка. Просто где он эту Б взял? Он вот сюда, то есть он Б добавил сюда. Вряд ли я могу ее сам как-то использовать. Здесь, понимаете, в чем проблема? То есть, как бы, если знать на 100%, играет ли он там самый оптимальный ход, самый длинный ход из возможных, тогда, конечно, можно просто дублировать, там, сыграть ту же самую обенчанку. Если нет, то, конечно, можно думать о том, что... вот идея, да, есть город Хмельницкий в Украине. То есть, в общем-то, хочется проверить хмельничанин. Ну, мало ли, я не знаю, как он там еще может писаться. А вот видите, то есть, видимо, действительно, он не писал оптимальные ходы. И я там после ельничанина я упомянул мельничанин и сказал, что такого нет. Вот я точно помню. Вот. Здесь хмельничанин есть. Ну, то есть, по идее, хмельничанка. То есть, получается, он мне дает тут фору, потому что он не пишет хмельничанка, если она есть. И, правда, ха я уже не могу сюда добавить. Я могу только лишь, наверное, добавить че, скорее всего, сюда. Потому что ка я не особо хочу добавлять. Это более частотная буква. Я, наверное, че добавлю. Зарайчанин все-таки меньше букв, поэтому проверим, есть ли хмельничанка. Так, Хмельничанка. Кстати, что интересно, последний раз упоминание города Хмельницкий я видел не так давно в чате игроков канала Инстагрек. Там игрок по фамилии Зварич писал, что он из города Хмельницкий. Вот это буквально недавно было, поэтому вот мне так хорошо отложилось в голове. Так, ну понятно, что он просто продублировал там Зарайчанка и Зарайчанин. Так, Зайчатина. Слышите, Зайчатина, кстати, у меня есть. И Зайчатник. Правда, не знаю, Зайчатник вообще какое может иметь значение. Как бы
Зайчатник. Кстати, может, растение какое-то так называться. Но я не думаю, что это как зайчатник, в смысле, как свинарник. Какое-то огороженное место. Хотя, кто знает, давайте посмотрим. Зайчатник. Так, тут у нас... У нас только из украинского словаря дали определение. Зайчатник. Хотя, может быть, человек, который зайцев держит, тоже как вариант. Или кто охотится на зайцев. Ну, наверное, много вариантов может быть. Ладно. Так, ну я это слово проверил. Проверил бы, если у меня ничего другого нет. Но, с другой стороны, бот написал последнее слово из 10 букв, поэтому зайчатник это всего лишь 9. Так. Манчкин. Ну. Анчанин, вот что-то с таким окончанием. Тут вот этот ход на самом деле непростой, потому что это один из таких ходов, где... Там-то я просто паразитировал на ходах бота, а теперь мне придется что-то придумать. Ну, хотя нет, хмельничанин, конечно, от тебя написал. Конечно, можно проверить мельничанина, вдруг, да? Я что-то так сказал, что его нет, а вдруг он есть. Давайте попробуем. Мельничанин, вот так вот, таким образом. Нет, такого нет, ну да. Так, чанин, айчанин, ейчанин, это житель Ейска, соответственно. Врачанин есть. На самом деле, вот трудный ход. Вот этот будет. Нанкара, Анна. Что с приставкой Нана? Вряд ли. Нет, ну я думаю, что здесь вряд ли нужно смотреть что-то, кроме жителей. Я крайне сомневаюсь, что... Так, есть горчишник, кстати. Горчишник, это тоже 9 букв, поэтому... Вот слушай, если есть какая-нибудь... Ну, никакой горчичницы у меня вроде не получается. Или получают? Нет, не получается. У меня нет гейлицы. Ну, я не уверен, что такое слово есть, но я бы попробовал. Так, у меня есть две L справа. Вряд ли я как-то их могу использовать. Так. Вильничанин. Слушайте, а если как Вильно... Вильничанин, может быть, вот интересно. Так, а куда я его, правда? В, что ли, добавить? Я могу еще одну N добавить, либо В, например. Давайте попробуем, кстати. Допустим, Вильничанин. Нет. Потому что у нас вначале был Вильинчанин. Так, и Вильючанин у нас еще был. Лейчанин. Пытаюсь просто вспомнить что-то. Ну, нет, в идеале, конечно, да, это надо сгущить этот словарь жителей. Не входит в мои планы пока что. Так, горничная, горчишник, Зарайск. Так, Зарайск. Что-то с приставкой рай вряд ли, как райздрав, помню, у меня стоял на поле 8-8 стартовом как-то раз. Так, яичник. Так, Минчанин, Пинчанин, Пинск, тоже белорусский город. Так, Минчанин, Пинчанин. Наверняка есть какой-то тут город, которого... Горничанин, не звучит как слово. Так. Что я могу сделать? У меня много че. Но много че есть только в слове аччакатура. И оно у меня никак здесь не получается. Зато это слово часто получается в узелках. Когда там аппаратура рядом. Так, кинин. Что-то с окончанием кинин на конце. Бакинка. Не, ну понятно, что я, конечно, могу там просто... Все-таки я веду в счете. Наверное, не обязательно мне писать вот уж самое-самое длинное. И, наверное, не задумываться, что настолько долго. Так, мейчанин, лейчанин. Так, анчанин, дончанин. И по идее, еще бы хорошо было бы, конечно, перекрывать по возможности. Если я, допустим, пишу тот же самый горчишник, я вот не знаю, вдруг какая-нибудь горчишница пройдет, мало ли, вдруг такое есть. Так, наричник, коричник. А что-то я еще говорил из 9 какое-то слово, я просто... А, зайчатник, по-моему, я хотел проверить. Ну, буква Т, конечно, не особо-то, наверное, оптимально. Зайчатница. Ну, так, чисто проверить, если... Но на самом деле, наверное, не очень хороший ход, потому что анти чего-то еще может быть. Поэтому тоже не особо мне нравится, конечно. Так.
Бичанин, Бинчанин, Лабинск, Лабинск. Вообще Лабинец. Смотрите, если Лабинец, то типа Лабинка скорее. Ну, потому что вряд ли это Лабинчанка или как-то так. Думаю, да, что это неправильная вариация. А в любом случае, я так-то не смогу использовать. Я хотел типа Лабинчанка, вот что-то такое проверить, но нет, точно нет. Сараево. Ну, вообще, слушайте, а ну, все-таки житель Сараева это все-таки сараевец. Это же не, как бы не от слова сарай, поэтому, ну, я думаю, это обречено на провал. Ну, конечно, можно и мужскую проверить. Ну, нет, вряд ли. Ну, ладно, давайте что-нибудь напишем. Ну, давайте, я даже не знаю. Ну, Г попробуем. Давайте горчичник напишем, а там посмотрим. Надеемся, что нет никакой горчичницы. А, все-таки есть такое. Слушайте, а я вот рассматривал это, но я что-то не был просто уверен. То есть получается, что. Ну, понятно, что я сейчас напишу горничанин, просто. Просто чего это житель-то вообще? Горно-Алтайск. Как вообще это может? Горнинск, может быть, какой-то? Если такое вообще есть. Вроде бы нет. Погодите, гор. Можно, в принципе, вот так написать и посмотреть. Драгоценные горничане. Жители Горного. А, окей. То есть поселок Горный. Называется Горный. Некий поселок Горный. С популяцией 9 тысяч человек. Новосибирской области. Ну, это так невозможно, конечно, знать. Но хотя проверить можно просто было посмотреть. Хотя, может быть, знаете, может быть, я и встречал это слово. Ну, давайте вот таким, наверное, тогда образом поставим горничанина, соответственно. Горничанин. Короче, плохой ход был этот. Окничанка. Окей. Окничанка я встречал 100%. Окничанин тоже есть. Так, я, кстати, хотел проверить некую горчишницу. Вдруг такое есть. Я не знаю, что это. Ну, какая-нибудь тарелка там для горчицы, например. Или еще какое-то значение. Фантазирую. Так, наверное, только таким образом я могу это сделать. И сейчас мы. А, такое есть. Так, надо проверить. Так, горчишница. Горчишница, горчишница с ложкой. А, ну это и есть, по сути, некая посуда. Горчишница. А еще некое насекомое, тоже горчишница называется. Ну, полно их насекомых, которые названы от растения, там как бабочки, капустница, лимонница. То есть горчишница тоже, наверное, очередная бабочка, дневная бабочка. Ну, видимо, особо любит горчицу, хотя по виду она совершенно не желтая, видимо. С ареалом связано ее обитание, правда. Тут что-то особо ничего про горчицу не сказано, поэтому, в общем, не знаю, почему она именно так называется. Ну ладно, запомним, что несколько значений у этого слова. Так, ну, соответственно, он просто дублирует, то есть он сыграл окничанин, и что я могу здесь сделать? Так, зарайчанин, зайчатник, зайчатник, зайчатник. Окничанин. Вот я не помню, кничанин. Есть ли еще какие-то? Так, есть город. Так, Ровно. То есть ровничанин можно написаться. То есть, а Ковна тоже, по-моему, есть. Как вот житель только? Скорее всего, Ковненец, наверное. Вряд ли он какой-то. И тоже, наверное, Ровненец. Я не думаю, что они. Вот таким образом образуется. Да, наверное, ровненец, ковненец. Так. Горни. Как я еще могу вот это горни? У меня еще окончание вот это орница. То есть что-то торница, горница. Но я не вижу, как я могу это использовать. Горнило, горни. Ну, может быть, я истощил здесь вот это немножко. Вот эти конструкции. Так, гичанин. Точно не помню таких. Бичанин. Тоже не помню. Так, ги-ги-ги. Пронск. Что у тебя, Пронск? Нет такого города? Рончанин мне хочется проверить. Да, он есть. Так, Обинчанка. Погодите, а у нас разве. А, у нас был этот Обинчанин от компьютера. Так, то есть Пронск. Мне просто интересно, где они все находятся. Так, это.
Это даже не город, это поселок городского типа в Рязанской области России. Так, ладно, прончанин. Ну, понятно, что же я напишу? Конечно же, прончанка. Так, только каким образом? Я могу добавить К сюда, еще могу добавить А. Ну, скорее всего... Ну, в общем-то, соединение двух букв А рядом может быть и не опасно, но все-таки я, наверное, склоняюсь к тому, чтобы добавить, наверное, К. Так, прончанка, потому что... Да, вряд ли. Ну, А я не хочу добавлять. Я думаю, я ему больше там создам возможности для маневрирования, поэтому давайте прончанку напишем. И теперь табачница. Вот смотрите, табачница это либо, что это может быть? Либо нечто для ДПК, да, либо опять какое-то насекомое, которое, например, на табаке, не знаю, там, паразитирует или не паразитирует. Так, табачница это табакерка в третьем значении. Солдатская табачница. Просто я не скажу, что я вот встречал особо где-то слово табачница. Ну, в литературе. Может быть, но я не помню просто. Вот. Я не был уверен. Так, женская к табачник. Это просторечие. А вот второе к табачник во втором значении аналогизм. Интересно, что одно и то же слово табачник, но при этом одно из них просторечие, а другое аналогизм. То есть табачник или табашник, такое как произношение. Тот, кто курит или нюхает табак. А второй это работник табачной промышленности. Ну, тоже, кстати, вариант, да. То есть никаких насекомых в данном случае нет. Словарь синонимов вот здесь внизу можете видеть, как всегда, в своем репертуаре там всякие синонимы предлагает там хорошие и не очень. Так, ладно, возвращаемся. У нас был, соответственно, последний ход табачницы. Ну, понятно, что я могу написать табачник, но не то, чтобы я это особо хочу. Анчанин. Не помню вообще, есть ли какие-то такие жители. Анник. Бананник есть, насколько я помню. А банник, так, табасаранец, табасаранка. Ну, до этого далеко. Если в узелках, может быть, это как-то и получилось бы. Табасаранский, кстати, один из самых сложных языков в мире вообще. Там какая-то запредельная просто грамматика. Так, банница. Что бы здесь сделать? Так, при. У меня приставка при есть, но я что-то вряд ли смогу ее как-то использовать. Так, хлорин, хлор чего-то. Вряд ли у меня хлор тут использую. Не думаю, что тут пока какие-то химия вырисовывается. Так, елейчанин. Я не думаю, что есть какой-то город Елейск. Так что нет. Лейчане. Ну, знать бы, конечно, есть ли еще какие-то лейчане. Было бы, конечно, хорошо. Так, камрад. Кара. Погодите, кара, может быть, что-то и есть. Карагина. Ну, там вверх, правда. Кара. Карачи. Мне почему-то кажется, что вот я вот это как-то могу связать, но я просто не уверен, как. Кара. Не могу придумать. Так, если Мара. Не вижу пока как. Бананик я писать не хочу, потому что это все-таки всего лишь 8 букв. У меня хотя бы 9. Хотя бы 10. Ну, 9, хотя бы 9, да, желательно больше. Вот такой мой план. Так, табако чего-то тоже нет. Канник, анник, анница. Ну, всякие там типа данник, данница. Банница. Что у меня еще есть такое? Бананник. Я не думаю, что есть какая-то бананница. Это уж совершенно искусственно звучит. Некая, да, там, посуда для бананов. Бананник вот есть. Так, бичник, ничник. Коричник. Пряничник. А, кстати, слушайте, а пряничница есть? Кстати, пряничница. Хорошее слово было бы. Вот смотрите, тут... А, пряничницы нет. Мне кажется, пряничник есть, как тот, кто их делает, пряники. Да, он есть. Пряничница вот не образовалась в языке. Но пряничник неплох. В принципе, это 9 букв. Он ответил
Югорчанка это, по сути, жительница Югры. Еще есть югорец в словаре. Вот я просто думаю, и вот Югра, а есть какой-то, может быть, Югорск или как-то в этом духе? А, то есть это жители не Югры, а именно Югорска. Так, Югорск это у нас Ханты-Мансийский автономный округ. Ну, по сути, да, разумеется, связан с Югрой, конечно же. 38 тысяч человек. Югорчанин, ну, понятно, что югорчанин проще всего написать. И, в принципе, буква Ю очень сухая. Ну вот, допустим, если я куда-то сюда представлю, есть ли какой-то шанс, что есть какой-то там юльничанин, что-то вот так, чтобы оканчивалось? Я что-то сомневаюсь, я крайне сомневаюсь, что такие слова есть. Яница. Так, букву Ю я что-то вряд ли смогу тут использовать, не думаю. Так, Поринка, Торинка. Смотрю какие-то окончания, которые здесь могут быть. Последний раз я вот именно большое количество жителей разыгрывал, когда играл на телефоне в узелки против бота. Там самый, по-моему, большой житель, которого я написал, это житель белорусских Барановичей, то есть это барановичанин под конец. Ну, я, в принципе, не так позорно проиграл, там что-то, может быть, очков 5 всего лишь. То есть в узелках это, на самом деле, очень солидный такой результат. Это было в поле 6 на 6. То есть в 6 на 6 я пока ни разу не выигрывал бота в узелках. Так, поле марх ведь есть, да, ведь, насколько я помню, из древнегреческого у нас термин. Полемарх, да, это полемархос. Один из старших военачальников. Но если была какая-то полемархия, может быть, имел смысл. А восьмибуквенная мне тут вообще не нужно, поэтому, наверное, проще всего просто опять паразитировать и написать. Кстати, в какой-то степени вот от паразитирования в словесных шахматах есть правило, согласно которому, если, допустим, соперник написал какого-то жителя, то есть тот же самый раменчанин, то есть раменчанку уже нельзя написать. В принципе, это хорошее правило, потому что зачастую это просто свелось бы к тому, что соперники кидаются вариациями жителей. Единственный там плюс, наверное, у того, кто первым пишет мужскую вариацию, потому что женская не всегда образуется. Так, давайте просто сыграем тогда. Так, а что у нас было? Югорчанка, да? Соответственно, тогда мы пишем югорчанин. Так, вот игольница написал бот. Есть ли угольница? Угольница, может быть, и есть. Так, смотрите, город Углич, который, да, у нас в истории России связан с царевичем Дмитрием, житель его угличанин, он не какой-то там угольничанин, поэтому тут мы ничего не сможем. Игорница, владельца игорного бизнеса, ну, это, конечно же, нет, это я фантазирую. Так, ну, можно проверить, есть ли вообще угольница, конечно. Давайте проверим, есть ли такое. Так, есть ли такое? Такое есть. Нелюдимка. Так, угольница это у нас... Что это именно? Так, это у нас, значит, река такая в Вологодской области. И еще угольница это... Дровница и угольница. Ну, это, по сути, пепельница и угольница. Угольница для стальной подставки под казан и саджи. Ага, угольница, она же кадильница, кадило. Ну, короче, может быть пепельница, например, которая называется угольница. Несколько вариантов, в общем, угольница для кальяна. Уголок вот зачем-то тут мне дают. Ну, в общем, нечто для угля в любом случае. Так, нелюдимка. Ну, нелюдим это всего лишь 7. Откуда вообще нелюдимка? А, то есть он все-таки смог, да, использовать эту букву Ю. Ну, я не думаю, что это было какой-то ошибкой с моей стороны ставить букву Ю туда, потому что наверняка тут предостаточное количество слов, равных по длине. Я, конечно, веду 6 очков, но, разумеется, расслабляться не стоит. И хорошо бы, конечно, поддерживать вот этот темп с 9-буквенными хотя бы. Так.
Я вот все смотрю вот на это нечанин, но я не могу, не припоминаю просто каких-то там жителей, которые бы мне здесь помогли. Что-то вот типа уторница, вот с таким окончанием какие-то слова. Но пока я не... Кстати, у меня есть приставка кило. Кило вот отсюда. Кило, только как я могу кило здесь использовать? Кило, кило, кило. По-моему, никак. Так, или ильница, ильница, шильница есть, насколько я помню. Вот какой-то бы ильничанин был бы здорово, конечно. Если бы, знаете, был бы какой-нибудь город, там, какой-нибудь Ильнинск. Мне кажется, Ильинск, вот что-то подобное есть. Я не думаю, что есть какой-то и там Ильничанин, например, конечно, крайне сомневаюсь. Ну, давайте проверим. Так, чисто вдруг попаду. Хотя я в этом очень сомневаюсь. Так, такого нет. Ну, нет, в общем-то, метод тыка тут, конечно, не самая плохая идея, потому что в некоторых жителей действительно можно попасть. Так, Качанин, Ананин. Сейчас я называю просто не слова, я просто пытаюсь по созвучию что-либо подобрать. Так, Декханин. Декханин, кстати, есть слово, по-моему, из арабского языка. Какое-то там сословие. Но я не уверен, что оно вообще есть именно в словаре. Так, Децы. Может быть, Децы чего-то. Децы, по-моему, ничего. Так, Анно, Нано. Вряд ли. Может быть, что-то типа Анщик или Анник. Анчик. Какой-нибудь Тарбаганчик. Было бы, конечно, здорово. Пытаюсь увидеть, пытаюсь. Или Аница. Так. У меня слишком, букв Ч, слишком много букв Ч вот там, конечно, в середине. Но, с другой стороны, может быть, это и хорошо. Так. Я даже не знаю, какой у меня вообще ход кандидат вот пока вот реально не понимаю. Так, ну хотя бы что-то, ну бананник, наверное, там из восьми, хотя бы, вот если я прям совсем ничего не придумаю. Но желательно, чтобы я, конечно, здесь придумал что-то хорошее. Так, тряпичник нет, я просто на пряничника посмотрел и что-то по аналогии пытался придумать. Окничанин. Есть какие-то похожие. Погодите, Обнинск. Я же Обнинск упоминал. Я думаю, хотя вот он Обнинск. Он, наверное, Обнинец все-таки. Он Обнинец, поэтому. Я не думаю, что у меня пройдет. Да, он Обнинец. Так. Бничанин. Вот что-то так, чтобы оканчивалось. Надо просто вот сейчас попытаться понять, какое. Какая часть поля, это непростой вопрос на самом деле совершенно, какая часть поля является наиболее опасной? Ну вот тут короткий минерал, там, гиролит, например, вижу. Мне почему-то кажется, что это вот эта часть. С одной стороны, проблема здесь в том, что вот много букв Ч, с которыми я как бы не могу сейчас работать. Ленчань, не уверен. С другой стороны, здесь очень много вот суффиксов, которые могут быть опасными. Там ник, чик. Это причина, почему я вот эту клетку полагаю опасной. Но с другой стороны, он писал нелюдимку вот там. Поэтому кто знает. Но с другой стороны, нелюдимка это все-таки такой низкочастотный ход. Поэтому это скорее аномалия в данном случае. Так, инели, ироли, ироли. Поли. Кстати, есть приставка поли. Но вряд ли я как-то ее могу использовать. Польничанин. Какой-то, вот что-то льничанин было бы, конечно, здорово. Так, поликарбоназа, погодите, поликарбоназа, что-то подобное. Полимат, это всего лишь 7 букв. Полимарх. Ну, полимарх, вот, ну да, полимарх это, наверное, пока лишь вот единственный ход кандидат, который у меня есть. Дачанин, вот что-то вот такое может быть. Погодите, зайчатник, я по-моему говорил, да? А, зайчатник, я давно про него говорил. Хотел бы проверить, будет ли какая-то зайчатница. Может быть, но я думаю, я могу рискнуть. Так, давайте попробуем зайчатник, если такое. Так.
Нет, Защитника нет. Ну, не зря мне дали там только украинский словарь, поэтому нет. Что делать? Арами. Карамель есть тоже, да, из 8 букв. Карамелька не получается. Мелика. Я просто более чем уверен в том, что если я пишу полимарх, это 100% не оптимальный ход совершенно. И мне все-таки желательно здесь найти что-то больше. Ну, шильница тоже неплохой ход, чисто так гласную перекрыть. Почему бы нет? Может быть, даже шильница чуть получше в этом плане. Но я по-прежнему хочу найти здесь... Олен... Погодите, есть река Оленек. Олен... Олен... Ну, чисто вот просто проверить, вдруг какой-то оленчанин есть. Конечно, я тоже в этом сомневаюсь. Скорее всего, если бы он был, я бы, наверное, его знал, потому что... Ну, относительно частотных жителей я хорошо знаю. Тончанин, Рончанин, Ринчанин, Гончанин. Совершенно не могу чего-то здесь найти. Пол. Кстати, приставка пол. Может быть, имеет смысл рассматривать. Правда, наверное, это не тот случай, где надо ее рассматривать. Потому что пол л, слова, которые на л начинаются, они пишутся через дефис, типа там пол лимона. Единственное, какую букву я здесь могу задействовать, это, по сути, букву «д». То есть полд чего-то там, типа полдня, полдник. Ну вот полдник я могу написать, но это совершенно ничего мне не даст. У меня есть приставка «ди» такая химическая, но тоже, наверное, ничего я с ней пока не могу делать. «Димара», «дикара», «араки», «кара», «крачаюс». Наверное, неохота так на самом деле писать полимарха, совершенно неохота. Бинчанин. Ну ладно, я просто слишком долго уже думаю, поэтому давайте просто напишем вот сюда куда-то полимарх и посмотрим, что я здесь пропускаю. Но это 100% плохой ход прям. Единчанка. Ага, такой я не знал. Ну... Что из плюсов? У меня есть, по сути, единчанин. И, возможно, еще какие-то отглаги. Я не знаю, житель чего это. Единчанин. Един... Ну, это вряд ли какой-то там Единск. Хотя, может, и Единск, действительно. Потому что село Единск, вроде как. Вот какое-то здесь упоминается. Так, давайте еще раз проверим. Единчане. Вот так во множественном числе, если я пишу. Уважаемые единчане, единцы, даже где-то их называют. Единцах, единцы, может быть. Нашли гроб там где-то новости. Ага, это Молдова, видимо. Прежнее название единцы. Румыния. Так, Молдавия. А где я Румынию увидел? Не знаю. Так, Молдавия. Город и муниципий в Молдавии. Центр Единецкого района. Ну, короче, вот получается, что единчанка – это жительница вот этого единца, единчанка. Так, единчанин есть. Есть ли у меня какой-то ание, чание, чание, чание? Ну, кстати, ну, на самом деле это плохо, потому что бот может вот это Аня использовать, там какое-то отчаяние. Ну, правда, кроме качания я пока ничего не вижу, ничего хорошего. Ничание, что-нибудь типа умничание, надо вот начеку быть, чтобы вот такие слова не пропустить. Умничание, важничание. Знаете, я даже, вот у меня тут бумажка есть, я даже помечу две точки ничание, вот чтобы чего-то не пропустить такого. Так, может быть, еще отглаги какие-то. Наверное, на отглаги надо посмотреть. Типа вот бездельничание, вот такие слова. Бездельничание. Можно что-то очень длинное, мне кажется, здесь пропустить. Так, мара, мара, кара. Адница, вот что-то с таким окончанием вверху. Так, райщица, райница. Лейкин, это мало.
Качание. Ну ладно, давайте напишем единчанин и посмотрим, чем он нам ответит. Так, откуда он вообще писал единчанин? Сразу так и не увидишь. Наверное, сверху. Нет, сверху нет. Правда, откуда? Так, ищем единчан. Я должен быстрее это, конечно. А, погоди, вот так, что ли? Единчанг. А, окей. То есть, соответственно, я должен D сюда добавить. Единчанин. Окей. Опричнина. Ага. Ну, это нормально. Это... Слушайте, я слышал про опричников, но вот про опричниц, я что-то и сомневаюсь, что за женщин принимали. Проверить-то, конечно, можно. Ница, Диа. У меня Диа появилась приставка. Приставка Ди там еще есть. Ну, давайте попробуем, конечно, опричницу. Ну, может быть, в каком-то ином значении есть это слово. Но я сомневаюсь, что оно вообще есть. Я бы, наверное, его знал, если бы оно было. Да, такого нет. Как я думал. Так, причина. Просто причина. Нет, просто причины нет. У меня есть прича, типа причал, причащение. Ничего хорошего, короче, у меня там нет. Так, как я могу вот это ангина, сангина, анти что-то, анти... Даже не знаю что. Так, единица. Я не помню, если у единицы какие-то приставки, может быть, на математике что-то есть. Так... Дачанин. Едачанин. Тоже что-то не знаю таких жителей. Адачанин. По идее, это что-то, если бы какой-то город заканчивался бы Адск, например, был бы какой-то... Что-то с окончанием Адачанин, может быть. Но здесь вряд ли. Вряд ли мы их увидим. Так, харакири, как всегда, не получается. Вот харакири почему-то вот всегда, когда я смотрю, одной буквы не хватает до него. То есть обычно вот это там хараки или что-то подобное написано. Так, арами, имара, караде, каради, мараде, мараде, нет, мародер пишется иначе. Так, арам, не знаю, вот эту клетку, наверное, неплохо было бы, конечно, перекрыть по возможности. Начинка, начинение, начинание. Кстати, начинание, наверное, неплохо. Там начинание, зачинание. Почему бы нет, да? Начинание 9 букв. Давайте его напишу. Так, начи... Вот вниз надо. Начинание. Зигонема. Кто-то есть зигонема. Зигонема. Это зиготена или зигонема. Зигонема. Вторая стадия профазы редукционного деления, происходящая за лептонемой. Вот еще второе слово, которое можно запомнить. Ну, попытаюсь запомнить ее. Зигонема. 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 Каких-то анаграмм я не могу представить к этому слову, но, в принципе, буквы не самые редкие, поэтому, может быть, пригодится. Так. Ну, зиго есть, конечно, ряд слов, но, по-моему, здесь ничего у меня зиго нет абсолютно. Так, это вопрос, почему он не написал зачинание. Я бы написал зачинание. Так, может, конечно, его нет, но мы сейчас проверим. Так, азница, мазница, какой-то зничанин, что-то сомневаюсь, да тут и не получится никак. Азник... Я не думаю, что я, вот если я Z таким образом поставлю, что я как-то рискую. Давайте зачинание попробуем. Так. Угу. Азоцианин. Окей, я веду плюс 6 сейчас. Азоцианин. Ну, плохо, наверное, плохие вести то, что химия. С другой стороны, я не думаю, что тут много особо будет химии. Ну, что он может сделать? Он может циан как-то крутить. Циан, цианин... Да, наверное, и все. Вряд ли он что-то еще здесь может делать. 2С очень трудно использовать. Есть, конечно, ряд слов типа корецца, например. Но я не думаю, что мы здесь их увидим. Так. Азани. Азаница. Азаница. Вроде нет таких слов. Лецы. Лецы. Леди.
идеация. Ну, пытаешься прикинуть, что вообще здесь может быть. Децы, дека. Вряд ли. Я не думаю, что вверх вообще как-то тут особо важен в данном случае. Знаете, чел, это прикол? Ну, это, конечно, чисто я шучу, но просто есть миндальничание. Было бы забавно, если бы было, например... А я могу вообще сделать, наверное. А я вроде... А, нет, погодите, могу вот отсюда. Типа карамельничание было бы забавное слово, если бы такое вообще существовало. К сожалению, нет. Но это было бы смешно. Вот только миндальничание почему-то образовалось. Хотя не сказать, что миндаль какой-то очень частый орех в России. Может быть, это, я не знаю, там с французского откуда-то вот взяли этот глагол миндальничать. Не могу сказать. Так, внизу смотрю опять на всяких бичанинов, бенчанинов. По-прежнему ничего не могу увидеть. Бница, ну кроме грибницы, гробницы, так нас я не назову их еще слов. Оконница, ничница, я тоже не знаю таких слов. Тори, тори, бакинка, абаканка, анник, занник, драница, граничар. Граничар я писал как-то раз. Граница. Мне, кстати, интересно, какое-то слово бот написал в узелках. Гетерограница. Ну, там я вообще что-то очков чуть ли не в 30 проиграл. Так, не знаю, конечно, есть ли гомограница. Ну, да, вот что-то не проверил. Так, Анни, Анница, Анни. Так, я хочу все же найти что-то из 9 желательно. Ну, смотрите, чинание я уже, по-моему, истощил. Этот корень. Что может быть еще? Или там чинань. Ну нет, вряд ли. Скорее всего, ничего там уже нет. Надо посмотреть куда-то. Надо сделать мой старый трюк, посмотреть вокруг куда-нибудь вне экрана. Потом со свежим взглядом посмотреть на экран. Итак, дало ли мне это что-то? Я вижу вот радиан. И все, наверное. Адиец. А, вот иец я не видел пока еще. Это окончание. Так, аниц, иниц, вряд ли они как-то сыграют. Так, кара. Караде, кара, карагез, по-моему, есть. Так, кара, хара. Давно я смотрел сюда, какой-нибудь водевиль узелками там крутится, пытаюсь что-то здесь увидеть. Ило. Так, у него был, перед азоцианином, у него была зиганема. Внизу, но я крайне сомневаюсь, что я смогу что-то там сделать. Заряниться, если такое слово, что-то не уверен, может быть и есть. Так, пряность, кор, конница. Ну, конница это ни о чем совершенно. Так, окно, коло, та, табак. Ну, я могу, конечно, какого-нибудь там табачника из 8 написать, но мне это не хочется делать. Я хочу чего-то большего. Конкани, нака. Вот что-то качание. Если качание, у качания была бы какая-то приставка, было бы хорошо, конечно. Анкин, нанкин, нанкинец. Сложный ход вот этот, конечно. Слушай, у меня есть, кстати, гриб, но у меня грибниц при этом не получается. Да, грибник только максимум, что, по-моему, я там могу сделать. Так, у меня есть про, у меня есть при, приба. Какую-нибудь прибаутку было бы неплохо тут, конечно, прикрутить. При, про, проли. Проли я только пролин так на скидку могу назвать. Прогр, прогр. Ничего. Пролик, проле. Куда еще вообще здесь можно поглядеть? Глаза разбегаются, надо их собрать. Кацин, акация, сарацин, биро, ро-ро-ро. Здесь вот что-то. Ну тут та же самая конница. Есть законник точно, законница вряд ли такое есть. Качница. Что-то я не знаю. Дачница, удачница. Табачница. Табачница уже была, в этом вся проблема.
кабачница, какая-то типа хозяйка кабака. И сомневаюсь, конечно. Так, такого нет. Но башница, вот что-то с таким, конечно, окончанием могло бы сыграть в теории. Бичник, ничник. Погодите, а горчишник? Ну, он в любом случае никуда не влезает уже. Но это всего лишь... Нет, горчишник было бы неплохо. Но я его, по-моему, писал. Я, когда я открыл горничанку или горничанина. Так, горница тоже совершенно неинтересно. Так, кстати, угольник. Нужно всегда помнить про треугольник. Ну... А, правда, это не будет, потому что там угольница только была, поэтому вряд ли. Этого стоит опасаться. Так, куда еще смотреть? Вика, Ика, Лемарх я писал. Ну, смотрите, либо какой-нибудь табачник, который мне, в принципе, не особо, конечно, нравится. Ну, бананник, в общем-то, с тем же. Не, бананник это... Бананник тоже 8. То есть можно либо то, либо то. Просто я уже слишком долго думаю над этим ходом, и желательно бы что-то здесь написать, конечно. Ну, давайте, пусть будет какой-нибудь башмачник, было бы здорово, конечно. Но вот нет просто у меня здесь буквы для этого. Ладно, давайте топачника напишем, и ладно. Ну, ладно, одно очко пожертвую. А, зареница, кстати, есть. Я вот про нее упоминал это слово. Так, зареница это... Это тоже что, заря? Интересно. Заря, зареница. Ну да, можно бы, конечно, было бы догадаться. Да, наверняка я встречал это слово, просто не помню, когда последний раз это было. Так, ладно. Но в чем плюс? Плюс, наверное, в том, что он открыл букву А. С другой стороны, наверное, не особо там ее, конечно, используешь-то. Арго, аргинин, арго, арпо, арпо. Что может быть вообще с таким началом? Аргу. Гаргулья, кстати, пишется именно через А. Гаргулья. А во многих вот там фэнтези-играх она была написана неправильно, именно через О. Но на самом деле она через А пишется. Ну, это совпадает с французским словом. Ну, там, по-моему, что-то вроде гаргуль или как-то так, что переводится как изрыгать. И гаргульи, они именно, ну, часто сделаны так, что они, по сути, водостоками являются, и у них изо рта очень часто льется вода, они так сделаны. Но у некоторых хулиганских гаргулей не только изо рта. Кстати, интересно, есть у Стивена Кинга книжка, ну, это, по сути, даже не книжка, это такой, полукнижка, полуфотоальбом, называется Gargoyles, Nightmares in the Sky, и, насколько я помню, он там ходил, бродил по улицам Нью-Йорка, то есть оттуда там... Не помню, какая именно улица, вот очень много там именно горгулей использовано в архитектуре. Ну и он там что-то рассуждает, в том числе там какие-то про литературные использования горгулей и прочее. Так. У меня есть приставка порно, но, по-моему, я никак ее здесь не могу использовать. Хотя в узелках она более популярная. Ну, там в духе там порно-шоу, порно-канал, порно-магазин. Ну, иногда вот, там, можно что-то такое выкрутить, но здесь вряд ли. С буквой Б точно нет. Кстати, вот Б я добавил, есть еще байт. Но байт, если бы была какая-то приставка, да, дело в том, что у нас просто все разрознено. То есть, если бы кило стоял рядом, да, то, наверное, килобайт мог бы быть. Но здесь к байту я вряд ли что-то смогу сходу приделать экса, типа эксабайт, но мне для этого еще как бы пару букв вот здесь нужно. То есть, наверное, да, тогда бы я смог это сделать. Так. У меня есть баранина вот здесь, я сейчас вижу. Баранница. Ну, это совершенно не звучит как слово. Точно выдумка. Такого не может быть слова. Так, баранчанин. Ну, опять же, дело в том, что, по-моему, есть барановичанин есть.
А вот это, вот таких, по-моему, нет. А, таких жителей нет, насколько я помню. А, есть. А, есть все-таки Баранча? Окей, погодите, я не был уверен. Так, это что получается за город-то? Так, Баранович, это я про этот город говорил. А вот Ну, смотри, вряд ли Баранск, я что-то сомневаюсь. Хотя есть некий Баранский вулкан. Если Баранчанин, Баранин. Так, давайте Баранчане вот так напишем. Так, почему он не ищет правильно? Что-нибудь в духе там администрационного города там. Дорогие баранчане, вот мне такое нужно. Баранчане решили пошутить с судьбой. Что это за населенный пункт? Ну, скорее всего, тоже что-то из Беларуси, наверное. Просто я не могу понять. Баранчане. Живой журнал, вот что-то здесь. А, Барань. Вот не было бы мягкого знака, что было бы с городом Барань. То есть это, получается, есть город Барань. Я бы не задумался до такого окончания. Барань – это у нас город в Варшавском районе Витебской области Беларуси. Окей. В общем, в Беларуси много населенных пунктов, где баран присутствует как корень. Так, ну, соответственно, Алани Карп. Ну, я думаю, как это химия. Ну, я могу предположить, что это может быть что-то там, пестицид какой-нибудь, вот так навскидку. Ну, почти. Контактный кишечный инсектицид и нематоцид. Ну, соответственно, да, убивает насекомых, убивает нематод. Да, Аланикарбо. Аланикарб, в принципе, можно запомнить это слово, даже нужно, я считаю, потому что на самом деле буквы весьма частотные в этом слове, потому что всякие аланин очень часто встречаются. Акина, алани. Да, 100% надо запоминать это слово. Так, ну ладно. Соответственно, если я писал баранчанин, разумеется, я пишу баранчанка. Скорее всего, я продублирую букву Б. Наверное, вот таким образом. Мне кажется, к центру имеет смысл вот так все забаррикадировать. Я не думаю, что бот как-то сможет здесь это использовать. Так, баранчанка, соответственно. Или у меня некуда ее писать? А, у меня, может быть, некуда ее писать? Не очень хорошо. Потому что отсюда я еще не заходил. Так, ну да, я не могу. А, нет, могу, но я просто А должен добавить. Все, я понял. Разобрался. Так, вот сюда, если я А добавлю, по-моему, иначе я никак давить не могу это выкрутить. Вроде бы нет. Мне потому что не хватает буквы. Ладно. Давайте баранчанку вот таким образом есть. Напишем, в смысле. Так, врачанка. Ага, врачанин 100% есть. Есть, по-моему, еще и грачанин, грачанка тоже, если я не ошибаюсь. Врачанин я 100% писал даже еще, наверное, в 39-й балде. А я, кстати, подумал, потому что я часто упоминаю вот балду 39 из ВКонтакте, а вот эту балду я буду называть балда 310, потому что поля 3 на 3 до 10 на 10, и по аналогии я ее буду называть 310. Мне кажется, неплохое название. Так. А на этом поле у нас вообще 312 жителей. В этой самой балде. Так. Ладно, врачанка. Ну, нет, я могу, конечно, написать врачанина, но что-то как-то из восьми мне не хочется, на самом деле, писать. Все-таки планка качества, она уже здесь задана на, наверное, как минимум 9 букв, поэтому хочется чего-то большего. И я думаю, что оно наверняка здесь есть. Так, врачанка. А вот знаете, а я что-то вначале, да, так это, что-то еще сказал, типа там, компьютер там гораздо лучше знает жителей. Не, ну так-то да, если бы он играл там на 100%, наверное, это справедливое рассуждение, но оказалось все очень даже неплохо. Так, сейчас можно неких фэнтези жителей проверить. Вот я вижу барабан. Барабан. И что я могу сделать? Барабан. Ну я крайне сомневаюсь, что есть какой-то город с названием Барабан или там Барабан, как-то так. Может быть, барабан. Опять же, да, барабанщица понятно, но вот что такое барабанница? Если бы, я не знаю, у барабанной перепонки было бы такое сокращенное название, может быть, но здесь нет. Так, арпа, арба, арбайтен. А, царанин есть, алкалоид. Саранча, да? Так. Может быть, саранчанин?
Судя, это житель Саранска. Саранчанин, так. Саранчанка, соответственно, да. Ну, короче, да, компьютер тут поддается здесь очень сильно сегодня. Отсюда, я бы, кстати, отсюда, может быть, хотел бы ее, конечно, сделать, но я не могу этого сделать. Поэтому отсюда я ее пишу. Соответственно, саранчанка. Бунтарка. Слушайте, а это всегда она была? Или после чего появилась саранчанка, саранчанка? Я просто пропустил этот момент. Я, наверное, сам что-то подставил для этого. Я просто не могу сказать, был ли этот ход раньше. Так, здесь кроме Суары что-то ничего хорошего нет. Пока что так, Старка, Растарка, Бокса, Аско, Раскол, Раскоп. Сопрано не получается. Про вот это вряд ли я как-то могу здесь связать. Не могу даже представить. Токсо чего-то. Токсокара вряд ли. Аура, Аурат, Стар... Стартап нет. Так, Анница. Вот что-то там Анница, например. Турчанка неплохой ход, конечно. Но хочется большего. Стаурофобия есть, но здесь она бесполезна. Так, Абра, Саба. Так, я, кстати, табасаранский язык упоминал не так давно, но, по-моему, у меня здесь нет. Я только в узелках мог бы табасаранку написать. Тар. Наверняка здесь что-то должно быть. Ну, я думаю, 100% я вот это должен заполнять, потому что здесь очень много таких частотных букв. Тут К, А, Р. Карманник. Карманник. Карманник неплохо. Если карманница, не уверен, никогда не слышал женскую вариацию. А вдруг есть? Я, конечно, проверю. Так, а еще есть что-то с Анница или Анник? Анница, Анница. Вроде бы нет, если я не ошибаюсь. Так, давайте попробуем, конечно, карманницу. Карманница. Ага, оказалось, окей. Дюрутоль. Я не знаю, что такое дюрутоль. Связано ли это с дюр, типа там, как в словах дюралюминий, например. Дюрутоль это... Опять еще почему-то только украинский словарь, так. Дюрутоль, дюрутоль. То есть это... А, ну вот это дюр, это твердый, да? В данном случае у нас с французского. Прочный, там типа durable, вот эти слова. Так. Соответственно, дюр твердый плюс олеум. Ну, в принципе, оль я мог бы догадаться, да? Там как в словах типа гликоль на конце. Твердое кокосовое масло применяется в маловаренном деле. Дюрутоль, дюрутоль. Не припомню, чтобы я такое слово встречал. Вряд ли оно будет особо часто встречаться, но запомнить его, разумеется, есть смысл. Вообще, на самом деле, нет бесполезных слов. Даже какой-нибудь там, я даже не знаю, что, дзяо бао, би няо, все вот это китайщину, так или иначе, хотя один раз я играл. Вот, поэтому... Ну, единственное... Ну, нет, есть, конечно, ряд там жителей каких-то совершенно там невыговариваемые. Невыговариваемые. Например, там из Венгрии есть какие-то совершенно зубодробительные по произношению города. Ну, вот помню, ну, хотя есть даже, вот казалось бы, да, такие редкие жители, но, например, язъяванец у меня даже почти как-то получился. Но, по-моему, чуть-чуть не хватило там одной буквы, что ли. Представьте, да? Две я, да еще твердый знак. Там, ну, после яз там твердый знак, яз я Ваня. Вот. Так, фру, тру, рутор, утор. Я просто смотрю, где он написал дюрутоль. Так, полный экран не вернул. А, у меня, наверное, ощущение того, что я вот это должен заполнить. Ну, хотя не 100%, я, конечно, уверен на этот счет. Аско, Раско, Мараскин. И я, кстати, не уверен, что у меня здесь будет вот эта планка. Планка качества 9 букв. Может быть, поменьше здесь что-то я напишу. Было бы здорово, если бы я, кроме окничанин, еще каких-то жителей кничанин, которые оканчиваются, знал бы, но что-то я не могу ничего вспомнить. Так, раскос.
Арголи, арполи, что-то скарполит. Есть скаполит. Скарполит, я чуть не уверен, что есть ли есть ли такое. Так, замполит, нарполит, арполи. Вот это арполи, я смотрю на эту основу. Что-то, может быть, что-то в этом и есть, но не могу сказать. Так, нет, сейчас я чувствую себя очень даже уверенно, сидя на плюс 15. Если я упущу плюс 15, ну, это будет просто ужасно, конечно. Так, диадема, адие, градиент. И при том это было бы здорово, да, это, по сути, 10 на 10, первая игра в 10 на 10, и сразу же мне победить, это вообще бы было здорово. Так, леявин, ареалист, ла... Ланник, Аланник, Аланчик, Калачник. Слушайте, Калачник, по-моему, есть тот, кто калачи именно изготавливает. Я не думаю, что есть калачница, потому что женские вариации попросту часто не образуются. Есть ли смысл сюда косовать? Не уверен. Наверное, нет все же. Может быть, вообще вот это вот... Ой, даже не знаю. Сюда куда-нибудь, например. Так, калачница. Мы, конечно, проверим. А, есть калачница. Ну, слушайте, отлично. Калачница есть, это здорово. Нет, я могу немножко уменьшить, конечно, экран, но, по-моему, проблема в том, что я не придумал, как бы у меня вот убирались в таком случае именно и поле идеально. Но я думаю, в принципе, верхнюю строку видно, поэтому и так нормально. Так, не ликвид. Слово понятное. Ну, не ликвидность здесь 100% никуда вообще не влезет. Вообще немножко для меня удивительно, что бот ходит именно в той части поля. Просто для меня она не выглядит какой-то какой-то плодотворной. Так, уридин, иди, идиолект. Ну, что-то там ничего пока я не могу связать. Лиди, толидин, мидия, авидитет. Ничего абсолютно. Ии, киви, рази, ази, азид. Что-то с окончанием азид на конце тоже вряд ли. Виза, Иго. Ну, Зигу, да, я говорил про это, но, по-моему, ничего Зига там нет. Гиролит, 7 букв, это ни о чем. Так, или... Кстати, да, вот о которых словах я говорил, типа там умничание и важничание, ничего до сих пор такого не получилось. А, кстати, шильница можно написать, если я ничего не найду больше 8. Шильница мне импонирует этот ход. Перекрою вас на И. Так, амиле. Есть народность бамилеке. Оно здесь... Так, она не пригодится. Лем, лем. Так, мара, мара, э, мара. Ничего. Что-то с окончанием детсон. Я не помню, есть ли у детсона какие-то приставки. Детсон вряд ли здесь могу тоже использовать. Раде, ради, кла... Могу того же самого калачника просто продублировать. Наверное, тоже не самый плохой вариант. Так, аз... Вот это, я думаю, опасная клетка на самом деле, потому что здесь что-то может быть. Там какая-то анница. Так, Лозанна. Кстати, здесь жительница города Лозанна, Швейцария. Лозаннка. Но ничего особо это не дает. Так, Алла Калачник. Ну, то есть это еще одну букву К я добавлю куда-то вверх. Чисто продублирую. Ну, может быть. Просто не очень понятно, чего здесь можно опасаться. Может быть, какого-то очень большого жителя. Мне кажется, наверняка здесь есть какой-то очень большой житель. Ну, по крайней мере, есть такая вероятность. Поэтому вот это, наверное, самое опасное, что здесь может быть. Так, медиа. С медиа есть кластер слов, но их, скажем, не так много. И учитывая вот это скопление букв Ч, я крайне сомневаюсь, что с медиа здесь что-либо есть. Медиация, медиа... По-моему, ничего. Медиа, Д. Тоже ничего. Абсолютно не вижу. Арадан, Арадин, Арадиец. Я вот Диец, я не особо много так жителей знаю с таким окончанием. Меда, неда. Кстати, здесь приставка не сверху, но вряд ли я ее использую здесь как-то. Так. Не ликвид у него был последний ход. Квиз, вибро. Что вообще он может потом здесь там сделать? Ну, неохота, конечно, писать из 8, но
Просто я довольно-таки долго над этим ходом думаю, и поэтому мне хочется уже что-то написать, конечно же. Так, внизу вот что-нибудь. Ну, я упоминал там байт, но его уже нет. То есть X приставка появилась. Ну, это приставка X, но, по-моему, я с ней ничего не смогу сделать. Так, аргин, аргирия, аргу, графо, чего-то граф. А, слушайте, граф. Я про граф пока еще не думал. То есть, например, чего-то граф. Иерограф, хирограф, биограф, логограф. Ну, по-моему, ничего у меня здесь нет. Или вот отсюда там. Илограф. Кило, иди. Да, мне кажется, у меня тут нет никаких графов пока что. Так, кстати, треуголь вряд ли здесь пригодится. Да, я не думаю, что это здесь играет. Идилло, идиллик, идиллия. Илло, биллон, биллонные монеты есть. Полли, что-то с двумя L, оканчивающиеся. Вряд ли здесь что-то есть. Имара, арами. Ну ладно, слишком долго, слишком долго. Давайте просто шильницу напишем и ладно. 8 букв. Дитригон. Я не знаю, что такое дитригон. Так, дитригон это шестиугольник с одинаковыми сторонами и углами, равными через одни. Дитригон. Надо запомнить. Так, дитригон. Итри, иру. Дитри, триза. Так, ну, я что-то склоняюсь к тому, что тут вот все истощилось, вряд ли тут что-то есть. Скорее всего, активная игра будет где-то вот там, наверное. Здесь, может быть, но не знаю, что пока что. Лима, амел, что-то с двумя L, может быть. Толил чего-то. Толил. Или чего-то толил. То есть какая-то химия и в конце толил. Не уверен, что здесь у меня такое есть. Азо. У меня есть азо еще из химических приставок в две стороны. Но тоже, наверное, никак не могу я это использовать. Чего-то толил. Наверное, ничего здесь я не могу такого сыграть. Так, Вимана, Викарий, Викариат есть еще. А, ну, можно Калаченко, наверное, из простого написать. Вот это, конечно, бы тоже хорошо перекрыть чем-нибудь, но я просто не вижу, чем я могу это перекрыть. Типа какая-то Анница. Ну, я знаю, что есть Калган, но я крайне сомневаюсь, что есть какая-то там Калганник. Ну, нет, 100% нет. Алкан. У меня, кстати, Алкан еще, говоря о химии. Алкины, алкены, алканы. Ну, алкан вряд ли тут. Хотя вот, по идее, вот тут начало какое-то. Типа ди, алкан, там чего-то. Дека. Ну, наверное, нет. Наверное, все же нет. Может, калачника. Я вот я сюда просто не хочу ставить, потому что я дека как минимум открою. И еще какие-то связки ему дам. Давайте отсюда, наверное, калачника пока напишем. Медицина. Окей. Так, ну у медицины 100% есть приставки. Но, наверное, никаких приставок вот именно здесь тут нет. Чего-то медицина. Так, медицина, медиа. У меня есть медиа, вот прямо сейчас написано, но, как я говорил, то есть здесь у меня никаких продолжений у слова медиа попросту нет. Так, диадема. Ну, диадема это так, 7 букв всего лишь. Совершенно неинтересно. Так, амеци, амеди, намедни. Так, адды, дема, демаркация, аламед, паламед. Паламед это, по-моему, кто-то из древнегреческой мифологии. Кто, кстати, паламед у нас?
Эвбейский герой, сын Навплия и Клемены. Изобрел буквы. Хм. А, есть трагедия у Эсхила такая, которая называется «Паламет», посвященная одному из эпизодов Троянской войны. Так, у меня, кстати, еще есть приставка «мало». Мало. Но тут она точно не сыграет. Так, что я здесь могу сыграть из восьми? Хотелось бы мне знать. Дема, камо, камфора. Кам. Не знаю, что здесь сыграть на самом деле. Амхара. Есть язык амхарский, но амхара тут бесполезно играть. Мара, махо. Наверняка я что-то здесь не вижу. Здесь должно быть что-то приемлемое. Дема, маклак. Кстати, знаете, я вот как не заходил вот отсюда. То есть чего-то ичанка или ичалка. Только что может быть здесь такое. Типа винничанка, вот что-то подобное, какая-то жительница. Было бы, конечно, здорово. Мани. Ну, что-нибудь, какая-нибудь данница из 7 букв, конечно, не самый плохой ход, но 7 букв здесь 100% мало, здесь надо как минимум 8, как минимум. Так. Аничанка, ничарка. К сожалению, не вижу просто таких жительниц. Аничанка, раничанка. Ачница, дачница. Вот что-то вот лачница. То есть есть кулачный бой, да, например. То есть, но если кулачница, что-то я не уверен. Если кулачница. Кулачник, может быть, как представитель кулачного боя. Я не думаю, что если я его сюда подставлю, я чем-то рискую. Наверное, наоборот, я перекрываю. Мне кажется, кулачник есть. Нет, его нет, окей. Переоценил я. Так, интуицию. Калган, Алкан. Так, я обязан что-то здесь из восьми взять. Обязан. Парадем. Может быть, что-то кончающееся на дем? Ну, дем это, по сути, такая область ареала обитания. Экодем есть слова, например. Дем. Тема. Что-то с темой на конце. Возможно. Дема, демарш. Так, почему я здесь не вижу хода? С предыдущими ходами у меня как-то проще было. Ачница, анница. Так, надо, наверное, в другую куда-то, в другую область посмотреть, потому что здесь как-то я не могу ничего увидеть. Хотя, скорее всего, вот она самая плодотворная из областей на поле. А вот здесь что-то с окончанием шка. Но вряд ли это как-то сыграет. Ишка. Крайне сомневаюсь. Так, что у нас внизу вообще? У нас есть там утори и дальше ничего. Проту, проги, прогиб. Ну так, не особо выдающиеся ходы. Что-то с окончанием урия. Галатурия, но у меня букв нет. Урия. А что может быть урия на конце, например, здесь? Наверное, ничего. Есть болезнь прогерия, при которой крайне рано стареют. В детстве фактически стареют, но она тут не получается. Ха. Ило, кило, килогу, килоту. Арполи. Кило. Или, может быть, вот это перекрыть. Но было бы чем, конечно. А ходов-то и нет. Про. Есть, кстати, блюдо такое вонючее. Тайское. Прохок. Говорят, что очень вонючая. Но я, к счастью, не пробовал. Так, око, осо,
Вот это я давно не рассматривал. Но как я сюда пролезу, вот в чем дело. Какая-то еще яница. Вряд ли. Да, наверное, тут ничего. Наверное, ничего. Так, кара, кара. Медиан, медиана. Нет, я могу медиана написать, конечно, из 7 букв, но хочется просто большего, поэтому... А, кстати, демо. Есть приставка демо. Есть такая старинная ткань драдедан, но, по-моему, она не получается никак. Или почти. Почти. Вот отсюда, если дра... Не получается, мне не хватает буквы. Старинная ткань драдедам, известная лишь нашим прадедам. Да, наверное, им-то неизвестно. Очень редкое слово. Так, амед, паламед. Ну, мне не нравится, конечно, это. Ну, ладно, слишком просто долго я уже здесь думаю. Что-то ецин на конце. Ладно, пусть будет... Что я там хотел? Это медиана, да? Ну, пусть будет медиана. Медиана. Вот. Алькамец. Окей, я не знал такого жителя. Может быть, испанский какой-то. Алька... Итальянский не угадал. Так, Алькамо. Алькамо – это город в Южной Италии, на северо-западе острова Сицилия. И вот красивая постройка оттуда. Так... Алькамец. Алькамец. Хотя, наверное... Вот да, стоило ему там сходить, и я сейчас заметил, что я пропустил абсолютно простейшее слово «глазница». Ужасно. Ну, нет, ну, медиана, да, медиана это... Не назовешь... хорошим ходом в этой игре. Так, закамара, суперчастотное слово в обычной балде. Так, аламо, алако, локаль, оме, 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 адемо, адемо, демо. Демономания есть, но здесь ее нет. Арамо, марамо, карамо. Аммиак, аммо, не могу придумать ничего пока здесь. Комедиант, было бы здорово, конечно. С комедией, по-моему, тут ничего не сложится у нас. Не посмеемся. Так, какая-то медицина, может быть. Чего? Вот о медицина, вот так, чтобы начиналось. Ну, наверное, нет. Кстати, вот здесь хрома. Хромаль есть. Хромаль. Сколько я помню, есть слово. Но, по-моему, больше ничего. Здесь, наверное, только хромаль из слов, которые связаны с хромом. Парахром. Может быть, парахром есть, но... Ну, в любом случае, я хромаль написать не буду. Так или иначе. Так. Амо. Маразм. Там, я, кстати, про карамель говорил когда-то давно, но я, когда писал полимарх, я карамель закрыл, насколько я помню. Ламелляр. Смотрите, есть, конечно, город Гамель, но я думаю, житель всякой гамельниц. Ну, я бы очень удивился, если бы он был гамельничанин, но потому что это все-таки скорее русское словообразование такое, какого-то русского города, поэтому точно нет. А вот думаю, что гамельница, наверное, есть. Так, мельхиор, амель, дилемма не получается. Две нужно. Дика, амиль, промилле. Так, ну, наверное, не самым плохим вариантом было бы вот это хотя бы перекрыть. Хотя бы чем-то из 7. Ну, в принципе, да, 7, наверное, не так уж плохо, учитывая, что я много очков веду. Так, локаль, демако, карма, кошма, кошмар, амио, махро, ахро. С другой стороны, я не вижу, чем это перекрыть, поэтому...
Может быть, оставить пока это открытым. Так, может быть, вниз. Погодите, внизу у меня было что-то из 7? Может быть, да, я просто подзабыл уже, что я там вообще делал. Три за, три игра, три граф. Три граф. Есть такое слово, три граф? Три граф. Звучит как слово? Да, три граф есть. Так, три граф по смыслу, конечно, более-менее понятно, что это, но давайте посмотрим. Определение. Три граф – это три. Три графа пишу с основной письменный знак, состоящий из трех букв, являющий для обозначения на письме фонем. Три граф, вот программирование тоже используется. Окей. Ну, ди граф, три граф, тут, в общем-то, логично. Так, что он там написал? Он написал «Дир ртуть». Ага. С ртутью, кстати, не так много слов. Тетра ртуть я не так давно писал в режиме «Узелки». Так, а где он ртуть-то нашел вообще? Ртуть. Ага, ртуть вот здесь внизу. Вот так он выкрутился. Не, ну, конечно, по логике 3 ртуть, но она, по-моему, не получается никак. Пока что. Потому что это только в «Узелках» она получается. Так, изофо, изофоска. Изофет. А, слушайте, какая-то фазия, может быть. Чего-то фазия. Какая фазия здесь может быть? О, фазия. Наверное, никакая. То есть кофазия. Ну, кофазия не звучит вообще как слово, на самом деле. Да, это какой-то обломок. Инко. Нет, наверное, никакой фазии тут нет. Предполагаю. Еще какой-то граф. А какой? Тоже, наверное, никакого. Нужно пока, наверное, оставить эти клетки и что-нибудь наверху посмотреть. Так, а что у нас наверху? Что у нас хотя бы из 7? Лика, мелика, великан, пеликан, мара. По-прежнему я ничего не могу увидеть. Хотя бы из 7. Так. Помазан есть такой футболист. Аламо, Аламо, Аламо. Корме, корма. Драхмо, драхма. Ди драхма вообще есть. Но она здесь не получится. Хотя здесь вот ди, но ди драхмы точно здесь нет. Так, а диадема, я говорил про нее, но, по-моему, она заиграна уже. Хотя нет, она не заиграна, она вот так может получиться, не та буква. Диадема, ну да, я, наверное, могу, конечно, что-то открыть после этого. А что, например, арома? Ну, возможно, что-то открою, но я просто не хочу супер уж долго затягивать, поэтому пусть будет диадема. Намазчик, окей. Ну, я не думаю, что это тот, кто намаз делает, это тот, кто что-либо намазывает. Так, намазчик. Манз. Раз. Разно. Азин. С окончанием азин, может быть. Карамазовщина. Караман. Араман. Так, марз. Мара. Аман, Амман. Есть Амман город. Есть страна Оман и есть город Амман. Но Амманец у меня тут не получается. Деман. Адамант. Вот Адамант какой-нибудь неплохо было бы, но не могу подступиться просто. А, нет, могу, могу. Вот отсюда. У меня есть отсюда Адамант. И я думаю, больше у меня ничего нет пока что. Так, Адамант. Так, что-то с моим кликанием не туда кликаю. Адамант. Агромант. Агромант я, кстати, знал. То есть, получается, я подставил агромант. То есть, а адамантоз не может быть? Ну, так, на вскидку. Адамантоз. Нет, такого нет. Так. Адамант. Адамантин. Анти. Что это с приставкой анти? Антигр. Антигра. Антиградиент. Нет, ничего, по-моему, не получается. Ну да, немножко здесь я отдал ему очков, но просто не хотел затягивать.
Так, маразм, Что у меня здесь есть? У меня еще есть азот. То есть химия плюс азот, например. Но тоже ничего. Арага, марага, арха. Арадец. Арадец точно есть. Вот, житель. Арадец. А, ну так он стартовое слово, о чем я говорю. Так, Араман. Агараман. Параман можно написать, в общем-то. Почему бы нет, да? Параман, параман, д. Цепочка. Параман. Мантапам. Я не знал. Параман, это ведь у нас и параман одно и то же. Это у нас одеяние церковное. Да. Добавление к мантии. Парамантион. Ага, парамантион. Кстати, легко запомнить. Принадлежность облачения монаха Малой Схимы. И второе слово мантапам, что ли? Мантапам. Никогда не слышал, но... В общем, буквы не самые редкие, можно запомнить. Так, мантапа. Это открытый зал с колоннами в индийской архитектуре. Мантапа. Ну, несколько у него видов написаний, почему-то вот именно это попало. Вот гапурам. Гапурам, кстати, есть слово тоже в словаре. Гарбхагриха. Такого я не слышал. Так, открытый зал с колоннами мандапы. Манда. Красиво, кстати, выглядит. Так, ладно, мандапам постараюсь запомнить. Так. Так это же ошибка с его стороны. Тут же адамантан просто. Так. Если кто-то смотрел несколько матчей назад, как я феерически под адамантан подставился. После этого решил сразу новую игру начать. Так, анаграмма. Анаграмма. В узелках вот любимое слово компьютера это гаммограмма. Постоянно получается. Если здесь еще какая-то аграмма, я что-то не уверен. Наверное, нет. Скорее нет, чем да. Так, у меня здесь есть какая-нибудь напарка. Ну, то есть что-то с окончанием К, например. Марага, араган. Ну, учитывая вот ходы последние, тут, наверное, из восьми как минимум что-то должно быть, а то и больше. Так, адамантан, антана. Вот я вам никогда не писал мадагаскарского жителя Антананаривца. Хотя было близко иногда. Анахайм, Mighty Ducks. Есть такая команда в НХЛ. Ахам. Гахам. Может быть, тут еще, конечно, какие-то индийские слова есть, притаившиеся. Так. Лик. 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 Апа. Апа. Викра. Викрамадития вроде есть слово такое тоже. Индуизма. Так, пачка, парка, пайка, пашка. Ну да, на парка, но хочется больше. Во. Анпа. Ну, с другой стороны, по очкам, конечно, я не представляю, что он пишет тут что-то на 20 букв. Я думаю, я что угодно, конечно, могу писать. Та же самая Амхара. Так. Шанапан нет. Ананас. Пар. Дикла, клапан, апанажа, мана, антагонист, агана. Ну ладно, плевать, давайте и какую-нибудь напарку напишем, ну ладно. Все равно виду просто очень много. А, напарки нет такого слова, окей. Почему-то думал, что есть. Так, а что у меня аналогично есть ли? Витрит внизу вижу. Диктат, диктант. Вот почему-то я даже из семи затрудняюсь здесь что-то найти, хотя 100% оно здесь должно просто быть. Анта. Карагана, хирагана.
Караган в Вилках только получается. Караганка есть такая лиса темного цвета. Так, Маган. Что-то Апанка, Аганка. Вот с таким окончанием мне бы здесь подошло, конечно. Азанка. Азанка. Но почему-то я по-прежнему ничего не вижу. Дарган, Даргинка, Аргамак. А, что еще здесь может быть? Аннага, Аганс. Удивительно, я ничего не могу увидеть. Арах, Арахна, Арахнаидит. Вот 100%. Я более чем уверен, что здесь что-то супер простое, и я по какой-то причине не могу это найти. Апара, апа. Ну ладно, пусть Амхара будет. Вот просто посмотрим. Махаяна. Ну, да, было здесь. Здесь Махаяна и Хинаяна. Малая колесница спасения и большая колесница спасения. Махаяна, вот это большая. Еще есть алмазная колесница спасения, насколько я помню. Так. Что здесь написать? Ну, что-то последнее. Какой-нибудь... Хотелось бы из шести хотя бы что-то. А вроде там было у меня, да, из шести. Этот витрит, например. Ну, пусть будет витрит. И чем он ответит? И тригон. Окей. То есть тригон и еще какой-то похожий. Дитригон. Окей. Так, ну давайте посмотрим на все эти слова. Даже... Слушайте, их настолько много, что они не убираются. Надо уменьшить масштаб на 90%, чтобы все это увидеть. Но, разумеется, они плохо читаемы в таком случае. Так, огромное количество жителей. Фактически почти все начало этой партии. Потом уже некое было разнообразие. То есть чуть более сложные ходы и больше времени надо было тратить. Здесь, по-моему, мало я времени тратил. Обычно я трачу к концу партии больше. Хотя, с другой стороны, в этой партии можно было и, наверное, поменьше тратить времени где-то. Но, с другой стороны, 11 очков не сказать, что это прям супер какое-то преимущество. То есть там я и в 30 проигрывал, и больше. Вот. Но против ботов все-таки хочется выиграть. Да, 10 на 10, да, с первой попытки. Ну, чего еще можно пожелать? Так, и вот к концу у нас всякие были еще термины индуизма, которые, по-моему, начались с вот этого Мантапама, который там, ну, постройку я такой смотрел, красивую. Так, и, ну, были некоторые такие дурацкие ходы, там, медиана вместо глазницы. Были, конечно, ошибки, разумеется, некие представления, но они были, скажем, тогда, когда не особо по счету это было важно. Что можно проверить? Ну, единственное, что можно вообще проверить, это... Так, Слушай, а кто был стартовым, кстати? Вилейч. Вилейчанин, по-моему, стартовый был, да? Я написал Вилейчанин, то есть диагонально. Я просто говорю, единственное, что здесь можно посмотреть, это, ну, может быть, каких-то там в Excel, например, каких-то жителей. То есть, если там был, допустим, Вилейчанин, тут вот кого я вообще пропустил? Алейчанин. Такого я не знал, например, жителя. Так, или вот, например, Ленчанин. А, тут есть просто Ленчанин. Смоленчанин, по-моему, никак не получался там. Вот еще Леничанин, кстати, да? Там, где я Хмельничанина здорово написал. Леничанин. Так, есть Котельники, да, город. Так, Кагальничанин не слышал. Сокольничанин, житель Сокольников, я полагаю. Чечельничанин не слышал никогда. Кстати, в узелках может быть полезным словом. Представьте, да, например, Ельничанин стартовый, и ты просто две че дублируешь из нового Сокольничанин. Но это тоже скорее нечто узелковое. Вряд ли вообще возможно это получить иначе как-то. Так, ладно, это вот какие еще были жители? Раменчанин, Каменчанин. Так. Ну, допустим, Менчани, вот так назовем это. Есть просто Менчанин. Каменчанин, Раменчанин, Тюменчанин, Кременчанин, Кельменчанин. Тоже не слышал никогда вот это. Кельма есть слово отдельно. Так, Менчанин тоже не припомню. Не припомню, чтобы такое видел, но пригодится он, конечно, может. Так,
Айчани. Айчани. Гайчанин, Кайчанин. Наверное, эти все были в розыгрыше. А у нас только Зарайчанин был. Батайчанин — это Батайск город. Аксайчанин, Валдайчанин, Лиепая, Лиепайчанин, Подгайчанин. Ну, такие уже сложные жители, многих из которых я и не знал. Так, а вот Абинчанин, то есть это если, например, Бинчанин смотреть, Абинск, ну, то есть ничего больше нет. Еще меня интересовало, к Окничанину есть какие-то соседи, жители, а их просто нет. То есть, наверное, Ничанин, там полно будет всяких жителей. Ну да, тут 106 штук, ну там и плюс вот эти... А, кстати, Ничанье, много ли от глагов? Наверное, не особо много, но... Я говорил только про важничание и умничание, которые я вспомнил так на скидку, но их было гораздо, конечно, больше. Но при этом я не уверен, что что-то из них получалось. Чайничание, чаевничание, чаевничать я глагол как бы знаю, а чайничание — такое для меня новое слово. Кстати, может быть, что-то из этого там и было. Ну, может быть, вы, кто смотрите, заметили что-то из этого. Ну, и вообще их не так мало, на самом деле. Аж 71 ячейка найдена. Так, карамелька я там проверял, но кроме карамелька, я не уверен, что много вообще слов. Карамельщик еще и все, по сути. Так, ладно, какие еще были горчишни, горчичницы, да, там? Ну, тут тоже, наверное, ну, не так, наверное, много слов. Да, их всего два. Там был еще горничанин. Ой, лишняя буква. Тут, наверное, их тоже всего два. Ну и горничная, да, еще, конечно, которую я тоже упоминал. Так, прончанин я играл, пряничник. Ну, пряничник там, наверное, ничего особо-то больше нет. Может быть, пряничная, как некое помещение, где пряники продают. Нет, такого нет, есть такая пряничность. Вот такое отвлеченное существительное. Так, горчанка. Так, мне, по-моему, там вот эта бачница. Табачница, собачница. Собачницы не было, насколько я помню. Табачник, бананник. Ну, там, по-моему, кроме бананника ничего нет с этой конструкции. Да, только бананник. Так, что еще было? Горчанин, горчанин, горчанин. Так, горчанин и... Ну, тут югорчанин, загорчанин, нагорчанин, пятигорчанин. Житель Пятигорска, соответственно. И, так, единчанин был для меня новый вот житель. Так, есть еще... Динчанин и родинчанин. Так, могу просто через Alt-Tab на самом деле переключаться. По-быстрому, чтобы это делать. Так, игольница, игольница. Игольница, там, скорее всего, ничего особо-то и другого нет, да? Игольница и угольница. Но они, по сути, и были. Нелюдимка, единчанин, полимарх. Я не... Полимархия вряд ли есть. Я, по-моему, не слышал такого слова. По-моему, полимарх только в единственном числе в этом существует. Есть другие слова, типа там... Погодите. Это иерархия. Что-то подобное есть. Не могу вспомнить. Вот типа тетрарх, тетрархия — это другое дело. Там как бы вот это базовое слово. Но это все-таки другие слова просто по смыслу. Поэтому причина того, почему не образовалась полимархия. Так. Начинание. Кроме начинания и зачинания, с такой основой еще предначинание. Не припомню, что встречал такое вообще. Зиго, наверное, слов-то не так мало на самом деле. Просто именно там, наверное, ну да, кстати, не так мало их. Зигонема. Сама зигонема вряд ли до чего-то достраивается, наверное, только она. Так, а там, по-моему, с опричником только опричнина, опричник и еще опришек у нас как-то был тоже против бота концовку. Опричина — это синоним. Ну, это уже не относится к другим словам. Так, зареница, реница. Так. Пьяница, зареница, магреница, лосеница. Ну, это ничего у нас не было в любом случае. Так, саранчанин. Так, а зачем я опять сюда переключался? Так, ранчанин. Здесь у нас баранчанин и саранчанин. Ну, тут логично. Так, карманец. Что еще я не проверил? Медицина. Ну, медицины, наверное, не так уж много приставок. И, наверное, в игре-то ничего не, там, не, я не мог представить.
Био, гео, эко, не припомню, чтобы что-то из этого было. Авиабара, крио, нанопара, теле, фито, астро, квази, космо, радио, хроно, электро. Okay. Во время игры я вообще только про био думал. Ну, там, по-моему, близко ничего к этому не было из того, что я прочитал. Так, калачник, медиана, медиа, возница, диадема. Так, адамант, адамантан, анаграмма. У анаграммы, я что-то не думаю, что у анаграммы что-то есть. Анаграмма. Да, она только в одном виде. В одном виде. И так тоже. Так, ну ладно, в общем-то, хорошая игра, мне понравилась. Такой мастер-класс по жителям получился. Ну и не только. Конечно, огромное поле, если так смотреть. Ну, на этом, по сути, эпопея закончилась. То есть, во всех полях я его победил. Я начал с 3 на 3. То есть, это просто диагональный режим. И я двигался постепенно. Вот дошел до 10 на 10. Ну, разумеется, еще много есть челленджей, да, и полей, вариантов, на которых будет очень трудно его обыграть. Это, например, 6 на 6 в узелковом режиме. Просто проблема лишь...